мигрень. Мигрень. Мигрень является неврологическим заболеванием, которое характеризуется сильной головной болью в лобно-височной ее части, чаще с одной стороны. Причины возникновения. Что служит определяющей причиной возникновения мигрени, точно сказать нельзя. Чаще всего прослеживается генетическая предрасположенность. Также немаловажными факторами остаются влияние внешней среды, гормональные сдвиги, частые стрессы, переутомление, нарушение сна, напряженная умственная деятельность, прием алкоголя. Симптомы. Чаще всего мигрени предшествует аура, которая может проявляться как нарушением зрения, так и потерей чувствительности, проблемами с речью, мышлением. Признаки эти свидетельствуют о возможном скором проявлении головных болей. Их длительность колеблется от 5 минут до нескольких часов. Возникающая боль имеет пульсирующий характер и локализуется с одной стороны головы, но возможно и распространение на всю поверхность. Боль усиливается при какой-либо физической активности, резких звуках, запахах, ярком свете. Человек становится нетрудоспособным. Возможная продолжительность боли от 2 часов до нескольких суток. При отсутствии эффекта от лечения на протяжении более 2 дней, можно говорить о возникновении мигренозного статуса. Боль могут сопровождать такие симптомы, как тошнота, рвота, повышенная чувствительность к свету и звуку. Виды заболевания. Мигрень классифицируют на обычную мигрень без ауры и классическую мигрень с аурой. Также выделяют ассоциированную мигрень, при которой болевой синдром сочетается с неврологическими проявлениями в виде порезов, мозжечковых нарушений или психических расстройств. Диагностика. Часто диагноз мигрени преувеличен. Пациенты при любых головных болях готовы сами себе поставить этот диагноз. Для заключения о наличии мигрени следует пройти ряд диагностических процедур, поскольку под маской головной боли могут скрываться и другие проблемы. Для уточнения диагноза и исключения других причин головной боли следует провести исследование глазного дна, электроэнцефалографию, в некоторых случаях ангиографию, магнитно-резонансную томографию головного мозга. При обследовании, как правило, органической симптоматики не выявляют. Диагноз базируется на симптомах, а также анамнезе жизни больного, где прослеживается наследственность. Действие пациента. При появлении симптомов мигрени необходимо обратиться к неврологу для выявления причины боли и назначения адекватной терапии. Во время приступа острой головной боли необходимо принять обезболивающие препараты. Пациентам с диагностированной мигренью следует избегать нагрузок, как физических, так и психологических. Стоит также придерживаться диеты, устранив из привычного рациона продукты, которые могут провоцировать приступ. Рекомендуется избегать недосыпания. Во время приступа нужно создать комфортные условия, затемнить помещение, избегать раздражителей. Для снятия только начинающейся неинтенсивной боли можно применять массаж головы и шеи, контрастный душ, мимическую гимнастику. Возможно обращение к таким практикам, как йога или акупунктура. Лечение. Простые анальгетики и спазмолитики оказывают эффект только в начале приступа. На пике болевого синдрома используются комбинированные препараты, которые дополняют и усиливают действие друг друга. Для купирования мигренозного пароксизма назначают 3 группы препаратов: ацетилсалициловая кислота и ее комбинация с кофеином, препараты, содержащие агонисты серотониновых рецепторов и эрготамин. При недостаточной эффективности основной терапии могут использоваться транквилизаторы и дегидратирующие средства. Для профилактики возникновения приступов могут применяться бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, антидепрессанты. Осложнения. Как осложнение можно выделить мигренозный статус, когда боль продолжается несколько дней при отсутствии эффекта от медикаментозного лечения. Также возможно усиление головной боли из-за чрезмерного приема препаратов. Профилактика. Стоит определить наиболее провоцирующие факторы и максимально их устранить. Для предупреждения приступа необходимо избегать перегревания на солнце, пребывания в душном помещении, недосыпания, влияния шума, нервно-психического напряжения, приема алкоголя. Следует изменить свой образ жизни. Придерживаться диеты.